Латиноамериканские танцы для Лесени Федовой уже как 2 года одно из любимых увлечений. Огромное желание и природный талант позволили преодолеть ей природный недуг, врожденную глухонемоту. Вместе с подругами из школы-интерната для таких детей они завершают финальную репетицию перед конкурсом творческой самодеятельности. Она вот у нас ходит в профессиональную школу, с ней занимается профессиональный хореограф. Вот она вот с 10 лет, ее мама водит с папой. Дети у нас очень трудные, да, что у них потери слуха, но у Олеси частичные потери слуха. Если она с аппаратом, она хорошо слышит, и они слышат ритм музыки, то есть вот они вибрацию, частоты. Да, частоты. А вот столицей какой республики являлся Оренбург или кто был атаманом Оренбургского казачьего войска в период гражданской войны, знают вот эти юные краеведы. 60 ребят из 15 школ, интернатов и детских домов блистали знаниями на Олимпиаде по истории родного края. Я думаю, что эти задания не такие уж и сложные. Если ты знаешь свою родину, то ты можешь ответить на эти вопросы просто. Олимпиада проходила в форме тестов, творческих заданий и сочинения на тему экологии. Ее подготовкой занимались профессиональные педагоги. Дети серьезно подходят, и видно, что педагоги с ними работают. Они очень хорошо знают историю родного края, они очень хорошо знают краеведение. А их творческие работы читать не просто интересно, а увлекательно. Некоторые даже хочется поставить в рамочку и перечитывать несколько раз. Кроме этого, десятки ребят приняли участие в спартакиаде. Эстафеты с воздушными шарами, легкая атлетика и многие другие увлекательные соревнования по-настоящему заводили весь стадион. Так что 8-й ежегодный фестиваль «Тепло детских сердец», организованный некоммерческим партнерством «Газпром» в Оренбурге, удался на славу. Впрочем, у ребят еще есть время, чтобы отдохнуть как следует, и можно с уверенностью сказать, что этот праздник они запомнят надолго. Александр Сергеев, Денис Арбаев, «Новости дня».